Час назад известный телеграм-канал сообщил печальные новости о примадонне российской эстрады. Алла Пугачева, как известно, после начала войны в Украине высказалась решительно против и покинула страну. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми она покинула Россию и уехала в Израиль. Максим Галкин активно дает концерты, а вот Алла Борисовна ведет размеренный образ жизни. Переезд и нервное напряжение сильно сказались на ее здоровье и дали осложнение на сердце. Немаловажную роль в этом сыграл сахарный диабет, которым, по признанию самой певицы, она страдает последние 10 лет. Аллу Борисовну в начале весны этого года госпитализировали в израильскую больницу, где ей оказали помощь и провели профилактическое лечение. Врачи настоятельно ей рекомендовали избегать массовых мероприятий и каких-либо нагрузок. Но примадонна отправилась на фестиваль к своей подруге Лайме Вайкуле. Длительные авиаперелеты не пошли ее здоровью на пользу. Все видели, как тяжело передвигалась Пугачева в Латвии. Трудно было не заметить под слоем макияжа ее бледность, которая указывала, что ее сердце качает очень слабо. Сегодня телеграм-канал сообщил, что Аллу Борисовну экстренно доставили ночью в израильскую больницу. По информации телеграм-канала, сейчас врачи оказывают ей помощь, пытаясь стабилизировать ее состояние здоровья. Врачи проводят консилиум и принимают решение об установке кардиостимулятора.